были с автором этого закона. Вы помнили о том, как вы работали на «Россиян»? Вы знаете, компания «Ависма» вам говорит? Я был директором Международного инвестиционного банка «Ренессанс Капитал». Это подивите в моей биографии. А интересы «Ависма» вы лоббировали? Я был членом Рады директоров, обранный вид портфельных инвесторов и на «Ависма». Да, я знаю. Тому, будь ласка, оперуйте фактами, шановный. Просто... Давайте без маніпуляцій. А тепер ми повернемось до теми. Я не маніпулював, я задав вам конкретний вопрос і спросив, боїтесь ли ви люстрації Ілліч? Без піару Ляшка, а до теми. Да? Давайте першу частину ми закінчимо, піарити Ляшка. От давайте закінчимо. І перейдемо до реформ і до подій в країні. Я взагалі не розумію, при чому здесь Ляшка. Перейдемо до реформ і до подій в країні.